Смотрите, я вам покажу студенческий выпускной, как оформляют. То бишь, вон студент, это кто-то выпускной в этом доме. И по этому поводу делают фест, как бы. Видимо, вон они скричат, кстати, это, видимо, по параллельной улице. Ну, то бишь, вот так-то оформляется целый, они берут в аренду вот такой павильон. Дома этого никто не делает. Как правило, это будет одноразовая посуда. Потом это все в мешки сгребут, выкинут, и все на расслабоне. Сейчас подъеду на соседнюю улицу специально, посмотрю, что там, сниму. Отмечают они начало своих каникул, конец учебы, скажем так. Ездят, шумят, всем хлопают, аплодируют. Ну, ребята, добро пожаловать в самостоятельную жизнь. Ну, вообще, нам повезло. Смотрите, они сейчас будут ехать сюда, я вам их покажу.